Доброе утро, дорогие друзья, гости, подписчики. Вот у нас утренний кормит. Хочу показать. Щенков я перегнала сюда, в этот комната вольер. Беру их под ноги. Видите, у нас дверь такая коротенькая. Я беру руку, достаю и сажаю здесь по два, по три в разные стороны ставлю. В зависимости от того, кто любит воровать, кто медленно кушает. Сначала кормлю маленьких, потому что пока я всех кормлю, вот этих вот малышей, она у нас ест. Это очень-очень медленно ест. Так, вот что у нас здесь, у нас в вольере утро. Здесь мы спим, у нас все чистенько. Воды я ночью вставала, доливала целую миску. Здесь все относительно чисто. Но кокуси, смотрите, сколько здесь полностью все в кокусях. И они немножечко какают вот здесь, когда там забито. И там. Еще вот эта малышня немножко тут забрать. Сейчас надо все это убирать. Я беру пакетиком и в пакетик складываю. Как делают уж я, наверное. Одеваю на руку пакет, беру эти кокуси и складываю в другой пакет. Вот так вот. Сейчас у нас эта дверь, мы вот так, я их кормлю, закрою, покормлю и сюда перекидываю. Вчера вот муж делал мне такую дверь, то есть по очереди из этого загона покушали, перекладываю туда. Что сегодня на утро? Утро я всегда даю сухой корм или молочную кашу. Сегодня я немножко припозднилась, поэтому, чтобы быстрее было, и вот корм с крупными гранулами насыпала, и корм с мелкими гранулами. И плюс вот отварила рыбу, бульон рыбный, или кефиром добавляю, или мясной я стараюсь давать, ну, днем и вечером. Кефир у меня закончился, вчера они у меня больно хорошо его попили, много выпили. И сейчас мне надо идти в магазин за кефиром. Я сегодня по 3 ложки вот такого бульончика рыбного в этот, в еду добавляю. Сейчас покажу. Вот у меня такая накладывается, это полкружки. Беру вот так вот целую штучку этой накладывать. Ну, это полстакана получается. И этого мелкого. И вот так вот 3 ложечки. 3 поварёшечки, чтобы было такое жиденькое. Чтобы им удобно есть было, то они глотают, захватывают. И добавляю еще вот, вот эти витаминки вчера. Прошу прощения. Вчера купила еще вот тюбик. Закончился. Сейчас это у нас этот тюбик, который я показывала, остался на один. Добавляем по 2 таблеточки. Вот так вот. Вот. И ставлю, даю еду. Сейчас покажу. Так, этого щеночка берем так вот за шкирочку. Они еще маленькие по весу 5 килограмм. Они нормально же. Все, гуляй, пошли за следующим. Вот здесь, конечно, уже проблема. Вот это у нас уже проблема. Вот, взяли. На, иди сюда. Ко мне, иди сюда. Вот еще какая. Вот, вот так вот мы кушаем. А сама ты не давала? Все, пошли сюда. Вот такое вот, вот так у нас происходит кормление. Сейчас следующую. Ну, я обычно мелких по 3 штучки кормлю. Сейчас буду кормить. Взрослый по 2. О, открыли дверь. Ну, вы посмотрите. Плохо заделали. Ну, ладно, все. Сейчас буду кормить. Днем будет. В общем, кормим 4 раза. 3 раза. Я в прошлом видео оговорилась немножко. 3 раза это мало им. И кормить надо 3 раза. Сухим кормом я кормлю 1 раз в день. Остальное у нас пока что еще добавляю кашкам. Я перевела на сухой корм, но что там чисто на один сухой корм? Щенкам это. Ну вот вы посмотрите, открывает. Но щенкам это маловато. Это... Поэтому. Кормить надо все-таки с добавлением и мяса, и печенки. Сварила я, сейчас покажу. Вот у нас отварена печень. Это сверхлегкая, по-моему, попала. Вот каша рисовая. И плюс овощи отваренные. Ну, как овощи, не чисто картошку. Я, допустим, нам готовлю картошку, там, вот морковку, картошку, там лук сюда идет, морковка.
и отвариваю. Это вот овощи. Тоже достала добавлять один раз в день овощи. Они кушают очень хорошо, с удовольствием. Ну, конечно, соответственно, перед этим как следует помыть. Ну вот, все, съел наш карапуз. Давайте-ка пониже сниму. Вот. Нашим щеночкам сегодня 2 месяца, а эти на 10... Ой, 3 месяца, а эти... Ну, куда ты побежала? Покажись. А этим на 10 дней они младше. Ну все, спасибо за внимание. Будем продолжать. Видите, там уже ждут. Будем продолжать кормить. Оставайтесь с нами. Следующий рацион я покажу какой. Это вот у нас утро. Обычно я утром добавляю кефирчик. Но сегодня кефир у нас закончился. С вчерашнего дня. Поэтому сегодня я добавила рыбного бульончика. Все, пока-пока.